Даже кран холодной воды. Ее нету вообще. Ребенка не помыть, самой не помыться. Холодной воды в доме номер 19 по улице Пушкина нет уже третьи сутки, рассказывает Ольга Степанова. А из горячего крана льет кипяток. Жить в таких условиях с маленьким ребенком тяжело. Копится и грязное белье, и посуда. По словам Ольги, в управляющей компании ей сказали, что перемерзли трубы. Говорит, диспетчер каждый день обещает отправить специалиста и все наладить. Звоню с диспетчером службы, они говорят, что все время вам отправили, ждите. Вот ждем. С пятницы, с вечера. Все, никого нету. Кран перемерз, труба перемерзла в подъезде, воды нет. Все, капец. Что делать, вообще непонятно. Приходится стирать и мыть посуду в тазиках и ведрах, а за холодной водой ходить на колонку, которая, по словам Ольги, находится совсем не близко. Кроме того, носить тяжелую тару приходится в руках, потому что машины у семьи нет. В управляющей компании микрорайона «Динас» сказали, что якобы заявок по адресу Пушкина, 19, к ним не поступало. Также пояснили, что директора нет на месте, а кроме него официальный комментарий дать никто не может. При этом Ольге Степановой все-таки пообещали отогреть трубы с холодной водой до завтра. Ксения Иназянцева, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.